Добрый день. Вот мой психопсис. Да, относительно давно я его не снимала. Последний раз, когда я его снимала, я спрашивала у вас, ну, у тех, кто знает, что же такое он дает. Он вот здесь, сейчас, секунду, вот здесь, значит, сфокусировать. Дал отросток. Кто-то мне в комментариях писал, что это что это стрела. Вот, вот он, засохший отросток. Представляете? Он, значит, начал расти этот отросточек. Потом он остановился. Абсолютно я его не переливала, не заливала. То есть я вообще не знаю, что с ним случилось. Он остановился в росте. Вот он. Сейчас я его как-то вам покажу. Вот, вот, так, так, так. Сейчас попробую вам его. Вот он, вот, вот это вот отросточек, видите? То есть я немножко им шевелю, не буду я его трогать, отрывать, потому что, знаете, случится может все что угодно, а может он мне что-нибудь даст, детку какую-нибудь, я не знаю, или же может он меня воскреснет и продолжит ростик. Вот, и в общем у меня остановился рост вот этой бульбочки. И все. Потом через какое-то время я смотрю, а она начала расти. Вот такую вот чудесную милаху. Ну, это уже 100% бульба. Хотя, знаете, ну, вот тот отросток был тоже похож на стандартную бульбу. И расцветка даже, вот видите, такая вот она. Сейчас. Такая вот она в точечку, знаете, вот как вот, так же, как вот бульбочка в точечку. Так же вот здесь вот в точечку. Вот, и я не знаю, что ей не понравилось, я не знаю, что ей не хватило, но она, опять же, для меня всегда было удивительно то, что она вот, скажем так, вообще я думала, что бульбы вы вот с этой стороны дали, допустим, уже, да, там отросток какой-то, неважно, детку, либо цветонос. И вообще, я думала, что все, тут уже с этой стороны нету активных, да, никаких почек. А оказывается, есть. Вот представляете, то есть у них, значит, там все-таки по несколько почек. Это же ведь одна бульба дала. Вот. Выглядит это так. Вот в данном случае это самый обычный, самый простенький. Самый, не простенький, а самый обычный. Самая обычная бульба. Не знаю, мне кажется, это не цветонос. Я, может, конечно, ошибаюсь. Может быть, там был цветонос. Что-то не хватило, и она стала растить бульбу. Я не знаю. В общем, вот такая вот у меня сейчас картина. Ну, я вот вижу, допустим, в ней... Я не видела просто в жизни, ну, цветоносы у психопсиста. И я не знаю, как они выглядят, когда они такие маленькие, но я все-таки, ну, как бы склоняюсь, что это бульба. А вот это вот та бульбочка, которая у меня по лету появилась, может, помните, да, у них вот так вот темнеют листики очень часто. Меня в первое время раньше это пугало, они еще начинают сохнуть, вообще я их стараюсь отрывать. Вот тут даже вот на некоторых вот эти вот, видите, сухостой вот этот вот, да, вот, это вот как раз вот те вот листья, грубо говоря, вот пеленки их, в которых они родились, ну, то есть... Вот, но я, чтобы никак не травмировать бульбу, я жду высыхания, и когда уже они будут без сока, такие более сухие, тогда я уже аккуратненько их, ну, снимаю. Вот, так у меня выглядит мой кустик, который у меня все время вот так вот склоняется в одну сторону. Нужно его будет не пересаживать. Вообще, чувствую я, что весной у меня будет... крупная пересадка. Вот такие вот дела. Вот название. Марипоза Твинс.